positivo. Yes. Отец, что с тобой? Нет, папа. Отцай мой дом.
Стой! Не убивай, пожалуйста! Кто ты такой? Злая ведьма. Она всех детей сжигает в печи. Мы превращаемся в монстров и блуждаем по этому миру. Но как? Как ты здесь оказался? Мне повезло. Я не превратился. Я должен помочь тебе. Идем. Я знаю выход отсюда. Этот путь самый короткий. Времени у нас все меньше и меньше. Удачи. Буду ждать тебя на той стороне.
знаешь. Несколько месяцев я пролежал в коме без сознания, пока мой отец боролся за мою жизнь. Я так давно не видел свет. Он приходит в себя. Разряд, немедленно.